Братья и сестры, здравствуйте. Церковь рождает святых и не рождать не может, если она церковь. А если не рождает, то она не церковь. Очень все просто, хотя все очень страшно. Если церковь, то рождает святых, а если не рождает, то и не церковь. И, к счастью, церковь русская рождает святых в каждом поколении. Когда-то больше, когда-то меньше. Значит, сегодня я с удовольствием расскажу вам об одном святом, который, ну, во-первых, подтверждает святость того недра, которое его родило и вскормило, а во-вторых, является собой некий мосток между русскими и украинцами. Сегодня это очень важно. Речь пойдет о Павле Таганрогском. Это местный угодник Божий Таганрогский. Мы Таганрог знаем по смерти Александра I, мы знаем его по пребыванию там Антона Павловича Чехова. Но это там много, наверное, своего интересного. Я, кстати, там не был пока ни разу. Может быть, когда-то и буду. Павел Таганрогский. Год рождения 1792. Был он сам из черниговских зажиточных людей. Говорил по-малороссийски. До смерти никто он этого не стеснялся, никто его за это не упрекал. Родители его звали Павел и Параскева. Назван был в крещении в честь Павла I исповедника, патриарха Цареградского. Повторю, люди были зажиточные, потом переселились с Чернигова в Таганрог, и он очень рано проявил свое желание не заниматься ни лавкой, там, скажем, там, ни куплей-продажей, ну, как маленький Прохор Машнин, который потом стал Серафим Саровским. У него были какие-то другие свои интересы, и он хотел, главное, что говорил, хотел бы я пополомничать, походи бы пешим ходом, походить бы по всей Руси, по монастырям, да сильно Богу помолиться. Ну и все, что есть, у меня раздать. Папа этого не одобрял, как это часто бывает, но как бы ребенок ничего плохого не хотел. И вот в 15 лет он пошел из дома и 10 лет ходил, паломничал. Понятно, что паломники тогдашние на автобус не садились, гостиниц паломнических не было, спали где придется, ели как получится, пешим ходом обходили великие пространства. Он очень почитал Почаевскую лавру и Киево-Печерский монастырь, хотя был и на Соловках, его ножки дотопывали, значит, и по всем обителям Центральной России. Потом в 25 лет вернулся он до дому и, значит, прошу прощения, да, он странствовал как раз с 25 лет, 10 лет, до 35 лет. А с 15 начал такое, значит, подвижническое домашнее житие. А потом уже жил в Таганроге у себя мирянином. Как правило, все он, так сказать, раздавал, но себе какой-то домик он имел. Не жил в пещере, не копал себе землянку, жил в таком домике себе аккуратном. К нему там люди начали там сходиться как бы для научения. Он довольно долгую жизнь прожил. Прожил он до 87 лет, повторяю, да. Там его хорошо знали в этом Таганроге. Он был такой очень рачительный к богослужению. Когда колокол слышал к службе, сразу бежал в церковь. Вот, отстаивал всю службу, любил Иисусову молитву. Если кто-нибудь приходил к нему и что-то спрашивал, но не произнес перед этим «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», он даже не разговаривал с ним. Если кто-то приходил в дом и стучал, и спрашивал «Эй, там есть хозяин дома?», он не открывал. Только нужно было постучать и сказать «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Только на имя Иисуса Христа отзывался. И учил всех творить молитву Иисусову. Говорил, что как бы не были слабы наши иерархи, как бы не были бы наши священники далеки от святости, вы на то дело плюете, потому что церковь святая, и вы в ней спасаетесь. Все, что в ней есть, это вам для спасения, для вечной славы вашей бессмертной души. Поучал, наставлял людей. Там интересно, у него в духовных чадах был его духовник, был будущий патриарх Иерусалимский, Дамиан Касатос. Такой. Он был, кстати, такой очень длительный такое время занимал патриарший престол, там более 35 лет иерусалимский. И, кстати, был такой резкий враг перехода календаря с юлианского на григорианский, то, что замутил его современник, масон, открытый масон, константинопольский патриарх Милетий, Метаксакис. Значит, это такая целая буря была в православном мире. Знаете, что и Тихон, патриарх, перешел сначала на Григорианский, потом ушел обратно на Юлианский, ссылаясь, кстати, на этого самого Дамиана Иерусалимского. Этот Дамиан каким-то образом занесло его в Таганрог, он там жил, при подворье Иерусалимского монастыря. И Павел однажды ему сказал, а ты, хлопче, будешь великий, такие великие, что больше и не можно быть. Он говорит, такой, предсказал ему будущее патриаршество. Он был такой провидец, такой имел дар пророчества. Но самое главное, что был работяга, смиренный человек, очень большой нищелюбец, раздавал все, значит, что имел, подвигал людей к милосердным делам,
к смирению, к творению молитвы Иисусовой, к любви к храму Божьему. Так он, а что еще искать от святого человека? В принципе, все известно. У церкви нет тайных доктрин. Знаете вы это, да? Что у церкви нет какой-то дисциплины, такой аркана, что не такое тайное такое, то, что мы передаем на ухо, то, значит, посвященным. У церкви и у святых, и у простых, и у великих, и у малых одно и то же. Святая Троица, Пречистая Богородица, причастие святое, покаяние, исповедь, там, пост, молитва, милостыня. Там, все просто одни вырастают в святость с этим всем, а другие умудряются между пальцев пропустить золотые сокровища. Вот такой Павел Таганрогский. Он прославлен как месточтимый святой в 1999 году. Его причислили, повторяю. Это такой малорос, который, как бы поменяв место жительства, не поменял принадлежности к церкви и не поменял самоощущение. Он что, был русский человек, так русский человек и остался. Жил ли он в Чернигове, жил ли он в Таганроге, ходил ли он на Соловки, молился ли он в Почаеве. Он был русский человек, как и все мы с вами, что в Почаеве, что в Таганроге, что в Рязани, что, значит, в Иркутске. Русские люди. А как, кто мы еще? Православная вера, русский человек. Так что вот нам надо знать, безусловно, этих всех лучших представителей нашего народа, которые в небесах душами пребывают ныне и молятся Богу за нас дурных, за нас заблудших и запутавшихся, и слабых, и лукавых. Вот, молятся, чтобы Бог нам дал разума и Духа Святого, чтобы мы имели веру Христову и жили согласно своей вере. Запомните это имя, особенно жители Таганрога и окрестных городов. Святой Павел, вы, может, и без меня его знаете, а может, кто-нибудь и не знает. Вот так вот узнаете. Все святые, молите Бога о нас. Так хочется закончить сегодняшний эфир. До свидания.